сколько рук, значит, там, на одну или на две? На сама. Ну, давай на две начнем. На две. На две. Получается, сначала почему-то толочка получается. А что плохо? Ну я просто тебя не держу, ты нормально держишь. У меня еще карфанки. А на одну. Потом оттуда убирали ногу, да, сюда? Не-не-не. Потом когда... Вот когда ты делаешь круг... А. Сюда приставляют к ней, да? То есть вот так, а потом, ну, прокручить, а потом к этой приставляют сюда. Или ее туда? Надо сейчас делать базу окончания. То есть ты, когда прокручишься, остановишься, делаешь базу окончания, куда ты хочешь. Вот ты смотри, стоишь впереди, вот... Вот я так буду. Вот полметра, да. Ну, чуть ближе. Наверное. И ты вот смотри, делаешь. И представь, вон ногу и получишь базовое окончание. Вот как классическое базовое окончание. Классическое базовое окончание, это звучит. Ну вот, смотри, давай его сделаем. Вот, американка. Ты вел американку, ты встал, и вот базовое окончание. Хоп, вот оно. Давай. Вот мы все время делаем. Вот, да я знаю, но я же вот не знаю название этих базовых окончаний. Ну ты как бы, я не знаю, что хорошо. Да. Но другой танец был, мы бы другой делали. Плавное падение на одну руку. Тут нам главное больше доверия и баланса, чтобы мы и доверяли друг другу, и удерживали друг друга. Больше доверия и упали. Но тут я вообще... Ничего, что концепция поворачиваешь. Что делаем? Потому что ты боишься немного. Я просто не понимаю, что делать, понимаешь? Помнишь, мы с тобой тренировали вот это вот? Поставь ногу. Подними ногу. Руки прямые. Вот смотри, вот на этом моменте должен поворачиваться лучше. Вот чувствуешь, вот этот момент должен быть вот тут, там поперек. Вот такое ощущение должно быть. И вот ты идешь, и там вот эта штука. Вот видишь, вот там. Ну я сейчас просто что-то тоже мало дал нагрузку. То есть как бы еще один момент, что мы просто тянем, не стесняемся на эту руку, небольшая нагрузка. Перерыв, что-то косячно. GoPro стоп, видео.